В Московском парке появится скульптура, посвященная первой балерине Тувы Наталье Ажикма-Рушевой, матери знаменитой юной художницы 60-х годов Нади Рушевой. Открытие памятника состоится в Народном парке «Надежда» 25 ноября, накануне Дня матери. Свою работу представит скульптор Андрей Волков, который выполнил также скульптуру «Кентавренка» на месте захоронения Нади Рушевой. Кроме того, в актовом зале школы номер 1466 имени Надежды Рушевой в Москве пройдет вечер памяти семьи Рушевых. В этот день, 25 ноября, будет торжественное открытие непосредственно в парке. Там будет несколько слов сказано и Андреем Николаевичем, и депутатами, возможно, главой управы Царицына. А потом будет концерт, посвященный открытию памятника в школе номер 1466 имени Надежды Рушевой, где находится музей Нади уже с давних пор. На концерте будут и тувинские артисты, и балет, и музыка классическая, и эстрадная, цирковые номера, потому что Наталья Дайдауна же сначала училась в цирковом училище, только потом она стала балериной. Поэтому мы будем рассказывать о ее жизни, и иллюстрировать этот рассказ будем различными концертными номерами.